Bose QuietComfort 45 – это долгожданное обновление в линейке наушников американского гиганта. В основе изготовления корпуса наушников выступил тактильно-приятный матовый пластик со спокойными оттенками. Поворотные чаши позволяют быстро найти удобное положение и посадку, при необходимости носить 45-ки на шее. Амбушюры в роли наполнителя получили акустическую пену и покрытие из мягкой эко-кожи. В таком же духе выполнена и внутренняя часть оголовья. В тандеме амбушюры и оголовье создают все условия для комфортного прослушивания музыки на протяжении нескольких часов. Управление заключается в крупных механических клавишах на обеих чашах. Интерфейсы подключения представлены портом USB Type-C и аудиоджеком 2,5 на 3,5 мм для проводного подключения к источникам. QuietComfort 45 работают на современном модуле Bluetooth версии 5.1 с поддержкой технологии Multipoint и кодеков SBC и IAC. На фоне предыдущих моделей этот чип отличается стабильностью приема и высокой энергоэффективностью. Модуль активного подавления шумов теперь работает как на шумоподавление, так и на прозрачность, то есть когда наоборот окружающие звуки подчеркиваются. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 24 часов музыки, поддерживается быстрая зарядка. 15 минут на подзарядке хватит, чтобы слушать музыку на протяжении 3 часов. Заметное обновление получила и встроенная гарнитура. Bose QuietComfort 45 на выбор 3 режима подавления шумов. Тихий, прозрачный и адаптивный. Тихий полностью обрезает шумы, прозрачный позволяет слушать происходящее вокруг. Адаптивный подстраивается под окружающую атмосферу. Звуковая составляющая основана на продвинутых динамических излучателях с технологией Triport Acoustic Architecture. Технология обеспечивает прирост глубины басов, читаемость середины и высоких частот. По-прежнему заметен оригинальный звуковой тюнинг от Bose, который смогли оценить слушатели по всему миру. В первую очередь, это мягкая музыкальная и комфортная для слухового восприятия подача, в основе которой умеренно V-образная чиха при правильном акцентировании макроконтрастов. Наушники обеспечивают широкую стереосцену и множество деталей. Низкие частоты. Бас умеренный, уходящий на неплохую глубину. Количественно его достаточно как для электронных жанров, так и для инструментальной музыки. Сохраняется неплохая ударность и плотность. Низкие частоты можно охарактеризовать как универсальные и многим слушателям будут по душе. Средние частоты сбалансированные, с прекрасной передачей эмоций. Строят широкую и достаточно глубокую воображаемую сцену, как для беспроводных наушников. Отдельное спасибо разработчикам за правильную дозировку веса на всем спектре. Высокие частоты имеют небольшой акцент. Они протяженные и с хорошим разрешением. Вы всегда индивидуально можете оптимизировать звучание в приложении Bose Music. В нем управляются шумоподавление, активируется функция адаптивности громкости, а это помогает выравнивать перепады громкости в по-разному записанных и отмастерингованных композициях. Послушать и купить новую модель наушников вы можете в наших салонах персонального аудио SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.